Итак, всем привет, с вами DopGuy, мы продолжаем играть в Der Bruder Karinch за Австрию. И началась у нас вторая война с Германией, ну, Германской конфедерацией. Хотя, конечно, очевидно, что истинная Германия, это, конечно же, Австрия. И мы сейчас всем это докажем. Наступление в Италии, наступление на Германию. Фронт с Россией пока что остается неприкрытым, но мы это исправляем. Плюс, пока что Россия не выступает против нас. Так что, если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. Мы же продолжаем вести наступление. Призываем всех в бой. Теперь наш и западный фланг начинает атаковать. Авиация у нас не сильно большая, штурмовая уж точно. Но при отсутствии на море мы на воздухе, точнее, мы все еще имеем, контролируем. Здесь у нас, я вижу, бои на море начинаются. Наш флот выдвигается. Можем вполне себе попробовать повоевать с итальянцами здесь на море. Плюс я вижу, здесь какие-то прусские дивизии были. Да, вот они. Ну, пока что там греки пускай сами справляются, у нас своих забот хватает. Нам нужно очень быстро пропушить Германию. И помним, что у нас есть вот эта миссия, обязательно надо будет ее нажать, как только сможем. И да, Россия объявляет интервенцию. Надо помнить, там где-то один месяц на то, чтобы мобилизовать им войска нужен. Так что у нас пока что есть время. А вот и битва с итальянским флотом. Кстати, насчет этого. Нам бы нужно было бы взять баф, как только мы сможем. Вот сейчас сможем. Размещение у нас в порядке, так что давайте ночные бои поставим на минус заметность. Плюс хотелось бы вкачать сразу сюда агрессию. И вроде как да, мы должны победить здесь без особых проблем. Хорти, можно тебе еще что-то вкачать? Шанс критов. Давайте вкачаем. Прямо посреди боя учится воевать. Ну а что нет? Здесь еще и прусские корабли, по-моему. Но мы, по-моему, вообще без особых проблем справляемся. Взяли себе бафчик следующий. Отлично. Пока что выходит так, что наш план идеально работает. Пора, наверное, нам вкачать себе армию. Думаю, это хорошая идея. А еще понажимать вот эти кнопочки культа Карла Первого. Людские ресурсы, опыт армии и доктрина. Тут у нас есть что? Готовка Брутрокрию, сверить те кнопки, которые мы не нажимали. Это, видимо, они краски только сейчас. Давайте сделаем вот это, почему бы нет. И, наверное, стоит нажать вот это вот, я думаю. Здесь же да, мы успешно разбиваем флот, прекрасно. Потеряли мы один тяжелый крейсер, но это умеренная плата за, можно сказать, полностью разбитый флот Италии и Пруссии объединенной. Стоит теперь пойти починиться. Конечно, починка займет время, но у нас оно есть. А еще в Италии мы здесь без особых проблем наступаем, потому что в Италии внезапно почти что и нету никакой армии. Это нас очень устраивает, стоит, наверное, добить сразу до французского фронта и потом чисто на юг смещаться. И Германия пушится очень уверенно, наши танки я направил на Берлин. Думаю, очень скоро мы будем там праздновать нашу победу. Да, танки входят в Берлин. Там что-то ленд-лизит, прекрасно, можем теперь взять и покончить с северной угрозой. У нас теперь есть скорость, плюс 15, смотрите. Это, кстати говоря, навсегда, наверное, и 10 к атаке. Агрессивность у нас стоит максимальная, надо просто продолжать пушить. В теории мы можем реально заставить их капнуть до вступления России в войну. У меня за Францию это получилось, почему не может получиться то же самое за Австрию? Я думаю, без проблем. И судьбу Италии. И мы хотим всю Италию. Потому что с французами у нас только договоренности о дружбе, но никаких договоренностей о территории и войне они не участвуют. Поэтому за что им получать хоть что-то? И да, вот и война от России началась. А они знают, что у нас граница общая? Видимо, им кто-то забыл об этом рассказать. Где армия России? У них есть армия. Так, у нас, кстати говоря, что там в Африке происходит? В Африке, да, мы успешно захватили здесь территорию. Возможно, скоро с Эфиопией будем воевать. У меня вот здесь вот неприкрыт туз немножко. Это меня, конечно, несколько напрягает, но я думаю, мы в порядке будем. Да, вот Россия возвращает сюда свои дивизии. Нет, это даже Пруссия. Это не Россия. Не успели мы капнуть. Наверное, там потому что... Мы успели, потому что сразу нас не призвало против России. А, у России вся армия с Японией. Вот здесь вот воюет, видимо, да? Ну да. Все, давайте направим все свои 200 дивизий на восток. Что может пойти не так? И правда, ничего. Можете их даже не возвращать. Да, вот Эфиопия входит в войну. Ребята, вы там видите, да, что она вошла? А, так вот надо сделать снова, да? Ну, почти, короче, окей, нормально, здесь тоже добьем. Прекрасно.
Может, даже Япония сможет выжить, хотя это вряд ли. Можем, смотрите-ка, пригласить Японию. Давайте. Пригласить Османскую империю. Давайте. И Соединенное Королевство вмешательство. Почему бы и нет? Ослабление договоров. Я не знаю, что это, но раз есть, давайте нажмем. Итак, здесь наша пехота очень рискованно продвигается, на самом деле. Мы не контролируем фронт настолько, насколько бы хотелось. Но при этом Германия тоже, она, видите, здесь такое получилось полукружение, и здесь. То есть мы разделили их силы пополам. Очень удачным образом для нас. Следует переместить сюда нашу авиацию. Я слышу звук вторжения в Западных Балканах. Давайте их просто перехватим за счет этого, за это. Ну уже вы найдете же? Да, прекрасно. Мы находим эту дивизию и разбиваем. Вот так выска закончилась. Хотя... Да, их флот закончился. Прекрасно. Здесь у нас также добиваются последние силы Италии на западе. И мы уже готовимся к прорыву на юг. При этом окружив оставшиеся на севере дивизии под Генуей. Прекрасно выполненный план австрийского командования. Здесь нашу дивизию чуть не заблокировали, но мы смогли соединиться с ней. И пока что наши потери в этой войне весьма небольшие по сравнению с нашими противниками. Все еще не маленькие, но это только из-за того, что мы очень агрессивно преследуем все наши цели в операции. Еще одно вторжение Италии в наши моря. Очевидно, это наши моря. И мы здесь победим. Еще Греция тоже решила попробовать удачу, но нет. Они просто нам фармят опыт прекрасно. Мы тут делаем легкий крейсер, хотя вообще, судя по тому, что у нас, видите, охранение слабенькое, есть смысл эсминцами его заполнить. Ну, посмотрим. Пока что мы только заполняем Адриатическое море трупами вражеских кораблей. Падение Флоренции. Да, здесь у нас прекрасно какие-то уже резервы пытаются итальянцы против нас поставить, но это все уже невозможно. Война проиграна, им стоит лишь принять этот факт. Как и Пруссии, вот здесь вот у нас топлива не хватает, но купить его особо негде. Впрочем, у нас есть фокус на топливо, и мы его чуть попозже сделаем. Вот оно. Да, как я и говорил, здесь вот у нас ситуация не самая приятная. Давайте агрессивность поставим вторую, чтобы они не спешили. И сейчас, я думаю, скорее всего, вот отсюда перебросим дивизии на тот фронт. Поэтому надо срочно ускорять нашу итальянскую армию. Здесь все еще не так много дивизий, и мы имеем некоторые резервы, если что, так что нормально. Плюс, скорее всего, мы вот-вот добьем Пруссию. Ситуация на фронте удовлетворительная. Также здесь в Африке Абиссиния добивается нами. Прекрасно. Япония к нам вступает, вторая русско-османская. Прекрасно. И лишь Британия пока что отмалчивается. Но может хотя бы они вели... Может хотя бы... Санкции? Ну, что-то как-то, походу, как-то да и даже нет. А ну вот оно, да, чуть-чуть хуже, но это плевать, я думаю. Самое главное, что османы сейчас перетянут, наверное, какие-то войска России и, в принципе, ее союзников на себя. Должно стать попроще. И Британия, смотрите-ка, не хотят они присоединяться. Мне, в принципе, особо без разницы, как хотите. Падение Константинополя это грустно, но мы окружили здесь Гамбург. Да, эмбарго они наложили. Ну, как угодно. В целом, наверное, плевать. Да, так и есть. И мы добиваем их, так сказать, новоиспеченную столицу. Потихоньку. И здесь русская армия пытается отступать в Россию, но там и вряд ли ждет хороший результат. Впрочем, пока что ресурсов на то, чтобы прикрыть юг, у меня тоже нету. А Гамбург падает. Вместе с ним, я полагаю, пойдет и вся Северогерманская конфедерация. Да. Прекрасно. Травенский договор. Наконец-то. Послевоенная оккупация Пруссии. Очень неприятные дебафы. Предрешение управления РАУ. И да, мы ничего не отдали Франции вообще. Что справедливо, потому что Франция не в войне. Слава богу, если бы что-то дали, было бы очень смешно. Делаем здесь фронт против России. Ускоряемся туда доехать. Здесь подобиваем какие-то войска, которые неудачно здесь оказались. Неудачно для наших противников, конечно, не для нас. И будем делать полномасштабное наступление на восток. Горняки потом перейдут вот сюда, я думаю. Как раз там горы, самое то для них.
И ёбаный рот этого ОБСа, у меня ОБС жал где-то минут 10 записи. Да. Собирался я поставить на паузу, пауза не сработала, закрыл видео, видео не закрылось. В общем-то, закрыл ОБС, и там из 20 минут только 9. Так что, да. Ничего такого. В принципе, у нас Румыния капнула, Болгарию мы здесь уже потихоньку продвигаемся дальше. Возможно, окружение вот здесь вот, войск Русского Альянса. На севере же у него здесь дыры во всем фронте, где русская армия, я все еще так и не понял. Она все еще не появилась на фронте. Может быть, когда-нибудь появится, пока что их там нигде нету. А здесь у нас все закончилось, здесь наши войска уже потихоньку будут пушить Иран. И у нас внезапный союзник в Китае тоже держится вроде как неплохо и даже наступает. Да, нормально. И Япония просто, ну, Япония, она сидит, ничего не делает. В этом моде это классика. А мы же по нашим фокусам идем вот сюда, провозгласить Гросс-Дойчланд. Мы сможем аннексировать к себе, по-моему... Да, вот смотрите, короче, как получится. Мы интегрируем вот этих ребят. Надеюсь, мы же... Ну да, мы строились в основном здесь. И как бы, типа, надеюсь, мы получим от этого промышленность, а не потеряем, но мы интегрируем ребят. А здесь, смотрите, есть Кляйн Дойчланд. Но это Бавария все интегрирует, это не мы. То есть мы становимся Германией, и наши вот эти ребята вываливают, становятся марионетками. Смотрим, как это будет, звучит забавно, надеюсь, это будет выгодно. И, кстати говоря, вот фронт, где Британия воюет с Россией, и вот еще фронт. Возможно, русские войска еще и здесь. Кто их знает? Мы не знаем, но это не исключено. Давайте попробуем помочь Турции вот здесь вот. Я был бы, наверное, не против, а они уж тем более. И да, как я и говорил, здесь вот у нас получились окружения приятные. Как бы теперь вообще не будет никаких проблем с тем, чтобы взять Москву. В Москве, по-моему, даже дивизий нету никаких. Крутая ситуация для России и для Греции, потому что на Грецию почему-то всем плевать. Увы. И вот национализация произошла. Мы уже в теории, да, получили какую-то промку, хоть и, по-моему, не очень большую. И давайте освободим все-таки Грецию. Тут Болгария вроде как ее оккупировала. Давайте ее спасем. Все-таки они в нашем альянсе, надо ей помогать. Карл сильный у нас. Это сильное имя. И начинаем наступление вот здесь. Вроде как должно пройти все отлично. А вот и Москва упала. Ожидаемо. Да, российская армия просто, ну, непонятно где, честно. Вот мы, видимо, здесь повайпали еще, но, объективно говоря, все еще непонятно, почему так мало. И даже это мало, где оно. Будем надеяться, что Франция чуть побольше сопротивляется, хотя тоже я не сильно вижу там у нее каких-то зачатков армии. Все выглядит очень грустно для них. Падение Будапешта. Нет, падения Будапешта не было. И да, мы в плюсе по промке, вроде как. Надеюсь, это не из-за оккупации. И можем войну против Франции. Но я, конечно, не спешил с войной против Франции. Нам, наверное, стоит немножко территории забрать. Мы, кстати говоря, можем вот здесь вот территории забрать. Но они без ничего, так что падлу. Давайте докачаем армию. И после армии мы уже будем готовы нападать. Тут очень сильный баф, кстати. О, еще мы получили какой-то непонятный флот. Кого мы аннексировали? Вот этих ребят. Получается, всякие немецкий флот мы получили себе. Приятно. Ничего не скажу. Это тоже вот сюда. Это реально будет приятное дополнение в нашу коллекцию, я скажу вам. Давайте, конечно же, сразу его чинить. А еще и армия тоже. Ну, это мы просто распустим. Пускай в нашей собственной дивизии они заходят. И там уже с ним будем как-то разбираться. И можем их переобучить в том числе. Латийская республика вот здесь вот сдалась. И да, мы потихоньку сейчас будем забирать горы Кавказа от России. Но нам эти ресурсы нефтяные больше нужны, я думаю. Теперь из севера и с юга заходим сюда. Но здесь просто продолжаем двигаться дальше. Визуальненько потерь почти нету. У них, как ни странно, тоже. В России то больше потерь, посмотрите на это. А, так у Китая потери больше, чем от России, реально, от нас, в том числе от нас. То есть Китай больше защищает Россию, чем Россия Россию. Это странненько. А еще я заметил, что вот так вот открыл оккупация, и у нас
А, нет, окей. Все, я подумал, пропустили стейты, но нет. Там просто здесь было сопротивление, оно еще не упало, но вообще его уже нету. Любопытные вещи. Волгоград упал. Опять-таки, как, в честь какого-то Сталина назвали. А мирный договор. Вечная война, либо мир. А возьмем скриптовый мир. Я думаю, нас это более чем устроит, потому что иначе нам придется, скорее всего, полностью аннексировать Россию. Это выглядит не сильно интересно. Итак, мир есть. Давайте сейчас посмотрим, что там будет. Тут всякие миры вот эти произошли. Здесь мы все тоже аннексировали. И да, мы просто получили очень много территорий. Мы еще воюем с Китаем. Ну там ребята пускай сами справляются. И это все. У нас нет никаких здесь морей. Нет так ничего. Блин, ну честно, это выглядит не сильно привлекательно. Как-то обычно там какие-то марионетки хотя бы появляются, что-то. Ну, Османская империя восстановилась, это, конечно, приятно. Греция не восстановилась при этом. Ну, что-то как-то скрипты очень мне не нравятся. Как бы... Ну, камон, ну вот это... Ну, что это такое? Если вы уж скриптовый мод, тогда до конца скриптуйте. Причем я не могу его повыделять, потому что у меня все еще война с Китаем. И, очевидно, я не буду вести всю свою армию, добиваясь Китая. Мирная конференция. Может, это какой-то скриптовый мир? И это развал России, походу. Да, в России развалилась жопа. Это все, что здесь произошло. Так что нет, никакого скриптового мира вам не будет. Потом мы теперь делаем жить армию. Плюс приятные бафы. Очень приятные. Крах России. Да, в России произошло ТНО. Отвратительно. Блин, на самом деле Гитлер проиграл, только чтобы не произошло ТНО, потому что знал, насколько это будет отвратительно. А, и помните тот самый квест на инфраструктуру? Теперь нам нужно и здесь тоже инфраструктуру иметь максимальную. Так что нет. Но, впрочем, Германия зато, видимо, именно ее и строила. Примерно все ее только и строили. Что звучит забавно. Мы, кстати говоря, можем вернуть территорию Албании. Марокко. Нет. Я бы хотел еще Греции вернуть территории. Но здесь можно только дать независимость именно самой Греции. Потому что, походу, в Греческой республике нет курок. Вообще есть. Странная ситуация, но ладно. Но мы теперь можем сделать вот такую вот дичь. И да, конечно же, мы ее сделаем. Если мы можем иметь 30 горнострелков, то мы будем иметь 30 горнострелков. И наша армия движется на запад. С финальным нашим противником сразиться в Франции. Единственная страна, которая еще не приняла нашу гегемонию, не считая Британию, у которой нет фокусов. Так что на этом мы и подзакончим эту серию. В следующей мы сделаем финальную битву. А с вами был DopGay. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, Twitch, Discord, Boosty. Все как обычно. До скорых встреч. Всем пока.